Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. День второй, забираем 5000 монет. Дальше, так, в команде у нас тут переоценил, ага, я Хацкер. Пока, привет, пока, и тут я влетаю со своим приветом. Да, друзья мои, именно так. Отправляем, не понял, а вот это что такое? Это что за фокусы, друзья? Почему у нас нет... А, вот, все нормально. Зашибись, я уже думал, событий нету. Так, ну что, наша команда проиграла, к сожалению. Как мы видим, победитель Non Peut Etre. Я даже не знаю, что это, наверное, итальянцы, может, какие-то. Так, выпадает магнит, ускоритель дым и 3750 монет плюс 10 тысяч сверху. Дополнительного сундучка, как ты понимаешь, нам не дали. Мои финальные баллы. Так, ну что, гонка заряжена, я так понимаю, да? Зарядил уже кто-то. И сегодня я хочу, соответственно, добраться до... Так, магнит, колесный ускоритель. До скольки там? До 10 тысяч кубков, скорее всего, я так понимаю. Да? Так что не будем долго ждать, выжидать. Будем гнать. Кубок Хилл-Климп. Кубок Хилл-Климп. И надо нам, наверное, проехать. Так, у меня 241 тысяча, поэтому я могу себе позволить здесь... прокачать, только вот что? Наверное, сцепуху прокачаю. Ну что, попробуем заодно на ней и прокатиться. Глядишь, что и получится. Так, смотри-ка, смотри-ка. Ну, понятно, что у него тут преимущество, потому что моя машина, как всегда, в горку еле едет. Но вроде бы... вроде ребята финишировали. Все. Неплохое начало. Будем дальше смотреть, как у нас пойдут результаты. Так, педальку газа до отказа. Давай, 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 Рэйчик. Выжимай все соки из себя, что у тебя там есть. Ребят, сегодня, представляете, сгорел на солнце. Ёк-макарёк, у меня вся грудь красная. Не то, что красная, а она такая пурпуро-фиолетовая. То есть... болит очень сильно болит, ребят. Сегодня просто такая была жара, я решил расстегнуться, а был в одной маечке и сам того не заметил, как сгорел. Что очень-очень большая редкость у нас тут на севере. Так, ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай, летим-летим, красиво-красиво. Ну что, ну вот начинается вот этот вот самый неподходящий момент. Давай-давай-давай-давай, у тебя монетки есть, поэтому ты должен тут... За счет этих монеток, вот, красиво, все, первая позиция. Так, ну что, каменная яма. Почему каменная яма? Почему я спрашиваю? Оу, я, кажется, понял, ребят, почему каменная яма. Да неужели, Рэй? Ну, да, хоть мы и встали, друзья мои, на колеса. Хоть мы и встали на колеса, но Рэй все равно умудрился разбомбить себя. Молодец, красавчик, лучше не придумаешь. А все виной, знаешь что? Что я захотел просто выпендриться, ну и выпендрился. Вот-вот-вот-вот, начинается, начинается, ребят. Ну вытягивай ты, ну монеты тебе зачем там даны? И получается, что у меня четвертое место, то есть я третий. Откатываемся назад, само собой. Но не над... недалеко. Грязная ралли. Так, хорош пока на этой штучке гонять. Блин, мы с собой опять не поменяли нашего водителя. О! Чувак в зимней шапочке. Лесная тропа. А почему называлась грязная ралли? Тихо, ребята. Папа Рэй опять сел за руль. Ты смотри, а. Ну понятно, мотик. У него еще байк такой навороченный. Да он вообще без проблем проехал по этим штукам. Как они называются? Опа! А я-то первый. Хе-хе-хе, Банни. Банни сдулся. А Рэйчик вон дурил. Причем самое обидное, что это было... ну, для него, что это было прям на самом финише уже. Ты посмотри, посмотри, кто на что, ребят, гораст.
Кто на что гораст, а Рэйчик вот так вот шпарит. Вообще никому не дает шанса просто, ребят, даже приблизиться ко мне. Утеряно и передано. Это обалденное название. Давай, 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 давай. Я знаю, что ты можешь. Такс. Такс, 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 такс. Погоди секунду. Опа. Полет навигатора. По красоте. И вот мы первые. Так, ну у нас еще, оказывается, здесь будет гонка. Кстати, на 10 тысяч кубках, если я не ошибаюсь, у нас присутствует Босяцкий. Сам понимаешь, да? Босяцкий. А это опять нервотрепка. Так, ну что, этот парень сдулся, я смотрю. Надолго ли? Надолго. То есть мы его перегнали. Я имею в виду вот как раз супер дизелек. Мы его обманули. И наш чувак в шапке очень был доволен. Так, давай заберем сундук. Магнит, ускоритель дым и опять же ускоритель дым. Да, 10 тысяч кубков. И кубок федерации. Слушай, кубок федерации, по-моему, можно спокойненько проезжать на этой. А что у нас можно на прокачку здесь еще поставить? Ага, ничего. Ничего, друзья мои, на прокачку здесь нельзя поставить. Слушай, я, по-моему, ошибся. Кубок федерации — это не та трасса или та. Сейчас посмотрим. Не могу пока ничего сказать точного. Так, получил 200 эфирного времени. Все, я, кажется, вспомнил, ребята. Да. Именно это вот. Только тогда мы, по-моему, впендрючились, и чувак у меня разбил голову. Большие валуны. О, только не говори, что это надо будет перепрыгивать через эти камни. Твою дивизию, а там еще... Фига там чувак наяривает кульбиты, ты видел? Конечно, ты видел. Давай. Давай. Это твоя стихия, ты должен здесь рвать и метать. Почему лофуил? Какой лофуил? Эй, не надо. Все, все, ребят. Прошел. Уже заскрипела эта штука. Дорога в пустыне. Ну, неплохой результат мы все равно показываем пока. Лишь бы не накосипорить, ребят. Вот они, эти кактусы. Я вспомнил, но здесь нам повезло, ребят. Или вот здесь мы с тобой запоролись тогда. Ух. Нет, получилось. Получилось пролететь. И здесь тоже. Замечательно. Не ожидал, если честно, сам от себя такого фокуса-покуса. Но, сам видишь. Так, ну что же, получаем. Здесь у нас еще 2500, магнит и ускоритель фляг. Выиграйте 5 гонок на мотоцикл. Проедь в застойном болоте в приключении. А у нас пляжный кубок. Слушай, ну пляжный кубок, я думаю, что нам надо ехать уже все-таки на раллийном авто. Пляжный кубок, плюс не забывай, у нас крылья. У нас крылья и плюс... Как она там называется-то? Ну что же ты, Рэйчик, ну ё-моё. Ох! Как он так... Я даже не понял, ребята. Как он стартанул, когда он был сзади всех. Он там ничего такого не подобрал. Объясни мне, что он тогда произошло там? Как он это делает? И что он вообще делает? Дай-ка я возьму монетки. И вот так вот. Ну, здесь не получилось ни у кого меня обогнать. Ну, все-таки интересно было, что же он там такое взял, что просто такой офигенный у него буст произошел. Вот это что, он крутится, может быть, из-за этого? Пока другого объяснения у меня нет, ребят. Только лишь из-за того... Ой, тихо. Залетаем. Есть.
Да, крылья с ускорителем — это, конечно, что-то с чем-то. А вот то, что я ненавижу воду, все уже об этом знают давным-давно. Поэтому давай как-нибудь аккуратно. Бубух. Ведь никто не тупанул, да, кроме Рея? Никто абсолютно. А этот Гатуза даже успел взять пузырь. Вот такой вот он Гатуза. Опа, а я в итоге первый. Вот так вот Гатуза. Траншея следующая трасса у нас. Идеальный старт. Так, не вздумай. Валун там, валун, ребят, начал. Как сказать? Я его тронул, он начал, короче, там двигаться. Куда же ты так? Фью. Ты видел, что у нас произошло? Замечательно, и здесь я взял первое место. Горестный риф. Что значит горестный риф? А, по-моему, вот сейчас был идеальный старт, а мне не засчитали его. Вот не знаю почему. Зря я, наверное, поверху-то поехал. Да, ребят? Ну? Там хорошо у нас ускорение сработало вовремя. То есть поддал газку, так скажем. Какой бензин еще кончен? Не надо мне вот этих фокусов ваших. Четко. Так, скоро мы получим сундук красненький. И все ближе и ближе. Кубок. Лес кубков. Ну, если лес, то значит нам нужно... А, запретный лес даже будет. Ну куда вы? Куда вы, родные? Так, я что-то не всосал. Это что такое? Это что такое было? Ёк-макарёк, а, друзья? Они меня, наверное, как сказать, подговаривают на то, чтобы я взял все-таки монетный ускоритель. Да? Чтобы я просто летел над землей, не приземляясь даже на этот, на дорогу. Угу, тут у меня шикарно вышло. Почти все трассы, друзья мои. Да, почти все трассы была в полете. Не знаю, как, почему супердизелек меня выиграл в первой гонке. Но здесь он сфейлился. Крылья и колесный ускоритель. Ну что же, тут еще, наверное, гонки две. Нагорный кубок. Нагорный кубок — это что-то знакомое. Поэтому я поеду здесь на нашей ролике. Вот так вот, да, значит, ты парень? Да что с тачкой-то, ёк-макарёк. Нет, она едет нормально, но... Ах ты, гад ты, Жуковский. Все, ребят, я понял. А тут что, одна трасса, что ли? Нет, не одна. Он что там делает? Ой, ну блот, ты видел, что там делал? Он на самом финише начал какие-то кренделя выплясывать. Я не знаю, для чего. Но за счет того, что он эти кренделя начал выплясывать, ребята, он, грубо говоря, и сфейлился. Но у него монетный ускоритель. Мне кажется, что у него монетный ускоритель посерьезнее, чем мой. Намного прокачаннее, лучше, чем мой. Но, тем не менее, у меня первое место. Так, что там в команде пишут? Привет. Для меня даже платины попустили шок. О чем? О чем было сказано? Куда платины тебя пропустили? Какой шок ты ловишь? Блин, ребят, я хотел другую тачку взять. Я же хотел наш суперкар взять. Здесь он вообще топово рулит. Фига мы упорхали куда. Так.
Так, тихо-тихо-тихо. Где-то, где финиш-то? Блин, дайте мне финиш, эй, вот он. Три гонки здесь будет. Три. Магнитное, что там, бездорожье? Опа. Одного обогнали, так теперь другой меня тут нахлобучивает, прикинь. Хм. Нахлобучивал, да не нахлобучил. Все, и здесь тоже ребята в топчике. Ну что, запуск называется миссия. Поехали, будем запускать. А, так этот синий, он еще и с ракетой, оказывается, был. Вот он что делает, Жюльен. Опа, как его, а, друзья мои? Как я его там... Блин, магниты есть. Все. Все прекрасно, все четко. Так, я получу детали сегодня или нет? Пока еще нет. Так, одна платина, два платина, три платина. Кубок Сумрачной долины. Слушай, ну вот в Кубке Сумрачной долины, насколько я помню. А давайте попробуем с тобой проехать хоть раз вот на этой машине. На суперкаре. Мы обычно с тобой тут на суперролике шпарим. А я хочу вот сейчас попробовать именно. Твою налево, что ж ты так. Так, не вре... Блин, ну ладно, врезался, но... Слушай, ну, неплохо здесь проехал. Хотя и трасса-то, в принципе, несложная была. Ать. Тихо-тихо-тихо-тихо, не дуркуй. Блин, блин, да скатись ты. Тут происходит нормально. Фьюх. Нифига себе, вот это я чудо, ребята. Ну ты видел, да? Я наверху оказался, полено этого. Успел спуститься, встать на колеса и поехать дальше. Это, конечно, дорогого стоит. Кстати, в первой части, друзья мои, я еще две новые машины открыл. Так что будем играть в ближайшее время. Ну я имею в виду ХКР-ку, первую часть. Так, и все. Слушай, ну смотри, неплохо на ней мы, кстати, ехали здесь. Вообще замечательно прокатились. Ну что, 7 деталей. И это у нас для формулы. Эх, там какие-то, блин, шмотки, ребята. Я их и получить-то не смогу. А почему я их не смогу получить? А потому что у меня нету... Кто-то из подписчиков мне пишет: Рэй, задонать там туда-то, туда-то. Он, наверное, еще не в курсе, да, что донатить нам нельзя. Нельзя нам донатить, у нас отключен App Store. И Google Play тоже отключен. Ну, фью. Это где-то я уже видел такой фокус, трюк, так скажем, повторился. Причем буквально недавно был, да, где-то на той неделе, по-моему. Да не дуркуй, давай езжай. Опа. Не вздумай. На грани фола играю, просто на грани фола, ребят. Блин, я думаю, может быть, Босяцкого попробовать на этой тачке все-таки обогнать. Дорога в выемке. Что значит дорога в выемке? Не вздумай! И все-таки он вздумал. И... Ну, хотя бы вторым, ребят. Несмотря на то, что я там закосипорил, я приехал вторым. Ну что, горные мосты. Горные мосты мы, наверное, будем все-таки... Блин, какую бы тачку еще прокачать, чтобы на ней можно было, ребят, гонять, а? Как ты думаешь? Может быть, вот эту вот тачку прокачать?
Улучшается аэродинамика, хороший эффект прижимной силы. Зачем-то трачу бабло, блин. Непонятно зачем, когда я еще эту тачку соединения прокачал полностью. Ё-моё. Я же себе суперкарты еще не прокачал, блин. Надо было... Ай-яй-яй-яй, тупанул. Тупанул. Давай-давай-давай-давай. Отлично, взяли. Взяли с тобой здесь топчик. Так, скалистая дорога. Прям вообще скалистая. О, я, кажется, вспомнил. Я, кажется, ребята, вспомнил эту скалистую, блин, дорогу. Залетаем. Есть. Так что даже чувак этот на своих здоровых тупорылых колесах, он даже ничего не смог сделать против меня. Опа. Опа. И да выпендривался, да? Нет, я не разбился, ребят. Но преимущество, как ты понимаешь, я потерял. Че это вообще тут расхандрился? Ну, куда там? Каким? Четвертым? Третьим? Ну, все равно первый. По итогу-то. По итогу. И у нас еще шахта. Ну, шахты обычно проходим на раллийном авто. Плюс с идеальным стартом то, что нужно. Ну, у меня суперкар, ребята. Ну, почти захомутал, почти. Почти ему удалось меня обогнать, но все-таки преимущество одержал я. Блин, я вот ненавижу вот эти вот, ребят, прыжки. На самом... Здесь-то я должен заехать ведь. А что, чувак тоже с крыльями, что ли, нет? Ну, хоть бы одну монеточку-то взял бы, ёк-макарёк. Да, в принципе, без монетки неплохо. Отлично. На самом дне. Так, насколько я помню, это, ребят, самый спуск будет. Все время ниже, 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 ниже и ниже. И вот здесь вот суперкар обделался. Именно, ребят, на этих... Так, вниз, вниз! Повезло-то как крупно, а? Просто повезло, ребят. Отлично. Я не подвел сам себя, поэтому достойно проехал. Фабричный кубок. Фабричный кубок мы будем проезжать на этой машинке. Фабричные настройки. Так, ну я смотрю, я не один здесь, да, умный? С монетным ускорителем. Сзади еще один такой же шпарит. Но я все-таки был проворнее. А свиное рыло проиграло. Блин, старта идеального не вышло. Ладно, попробуем. Он прям сзади меня, а? Прям по пятам, ребят. Вот это ненавижу. Куда ж ты так... Такие канделябры-то крутишь? Чуть было не перевернулись там. Слава богу, выровнялся и все-таки приземлился на колеса. Повернуть рычаг. Что значит повернуть рычаг? Куда я его должен повернуть? Ой-о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 й, ребята, 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 ребята. Ой, да что ж ты, Рэй, ну... Кто? Я первый. Я! Все-таки я его сделал. Свиную мордашку эту. Ну что, ребята, трасса била. Трассу била. Да качем мы? Мы обычно вот эту трассу била. Делаем. А после, кстати, трассы Билла, скорее всего, уже будет Босяцкий, друзья мои. Вот что я вам скажу. Эх, выскочка. Не получится у тебя.
Да. А что такое, парнишка? Горючее кончилось, да? Ну, извиняй. Так, выскочка сзади. Лофую. Да, тут, ребят, бензин кончается быстро, а уже у этого так вообще моментально закончилось. Кто-то там даже еще и разбился. Опять подъем сейчас будет крутой, не? Опасно вот это вот. Мотыляем. Лечу, как бабочка, порхаю, как пчела. Или как там? Все наоборот, да? Порхаю, как бабочка, жалю, как пчела. Вот так вот. Все, друзья мои, здесь тоже прошли на отлично. И скоростная полоса. Блин, а нет, с идеальным стартом, ребят, поехал. Мадзи. У нас Мадзи на выскочке. Юху! Летим, 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 летим. А, отлично. Прямо на монетке. Вы мне говорите, Рэй, разбирай детали и покупай себе там это. Ребят, вы видели там сколько нужно? Там по 200 деталек получаешь за разбор. И сколько времени нужно ждать еще? Я ненавижу воду. Так, ну что, попробуем на этой машине, наверное. Глубокий омут. А он там на чем? А он на раллийном авто. Так, он на раллийном авто, ребята. Поехал. Ать. Вот тут я, конечно, слава богу, доехали. А сколько тут гонок-то? Я не посмотрел. Ну, видимо, несколько, да? Ладно. Первую мы взяли. Траншея. Так, не вздумай, это валун по башке тебе даст. Что это за сейчас за глюк такой был? Давай, 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 родной. Нам нужно выиграть сегодня. Есть! Ребят, вторая гонка, а это говорит только лишь об одном, что мы выиграли Босяцкого. Ну, горестный риф уже ровным счетом ничего здесь не решает. Понимаешь, да? Почему не решает? Потому что две гонки из трех мои. То есть я в любом случае здесь уже победитель. Так, что-то тут... Ага, видел как? Видел, как мне фартит? Удачи, ребят, на моей стороне сегодня. Не надо. Три гонки из трех, ребят, я сделал его. Ну что же, это круто, ребята. Мы с вами зарабатываем 10 тысяч кубков, 3 тысячи монет. Что там у нас в команде? Так, платина, привет, 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 привет. События. Так, в приключениях что у нас? Угу. Давай прокатимся, малька. Соберем сундучки. Плюс монетки нам, естественно, нужны. Фига себе. Чувачок там обгоняет. Просто тачка без компромиссов шпарит. На убойку. И не обогнать, ничего не сделать. Вот что самый прикол. Не, ну я его удержу в зоне видимости. И все-таки я от него не отрываюсь, ребят. Но все равно скорость, да, у меня намного слабее, чем вот у этой машинки, которая впереди едет. Но я, мне кажется, как-то более плавнее, наверное, иду. Вот там он что-то сдулся, непонятно почему. Хм, что он же мне так упустил и дал пройти? Я не знаю, ребят. Может, там горючее кончилось? Да ну, вряд ли. Обидно другое, что у меня нету крыши, друзья. Над головой. Это может привести к печальным последствиям. Можно разбиться.
Одно неаккуратное движение, и все. Поэтому здесь вот так вот надо было аккуратнейшим образом проехать. Так, а у меня что, получается рекорд уже, да? У меня получается рекорд. Или все-таки нет? Нет, ребят, не рекорд. Рекорд вон там написан. Сбоку. Это пока так. Баловство. Ну что, 4 сундука. Это что такое тут? Давай понизу поедем. Пофиг, даже под водой пускай. Ничего в этом страшного нету. Такс. Окей. Деньги, монетки. Так, снеговик, я знаю, что ты будешь мешать мне. Ого. Прикинь, этот уже меня догнал. Этот. Это же я. Вот как у него так получилось просто проехать, ребят. Я тут мучаюсь, а он просто пролетел, и все. Значит, это рекорд, видимо, той машины. Это как раз установлен. Ну что же, посмотрим, смогу ли я... Упс. Упс, ребята. Мне нужно срочно горючее. Успел взять, отлично. А кто успел взять горючее, тот и рулит. Давай-ка мы, наверное, так сделаем. Врежемся. Лучше понизу пойти. И ничего здесь зазорного в этом нету. Ой-ой-ой. Какие-то препятствия начались. Так, горючее можно взять? Можно. И я его взял. Так, смотри. Еще 900 метров. Опа. А мы с тобой как раз-то тут залетели. А он не смог. Он понизу поедет. Он меня... Он понизу меня, ребята, обогнал. Быстрее, чем я... Так, я хотел, знаешь что? Я хотел притормозить и взять горючее, но... У меня ничего не получилось. И это плохо. Потому что ближайший горючий, я не знаю, где будет. Ай-яй-яй-яй-яй, ребят, вот я и погорел. А вот если бы я там остановился бы вовремя и вернулся бы назад бы, я, возможно, бы и побил рекорд. Ну что, магнит и стартовый ускоритель. Все это на раллийное авто. Как-то так. Рэй сыграет босса, выиграет. Уже выиграл. Так, что у нас там в... Подожди. В гонке. Что за гонка? Что тут у нас? Гонка на время. Поехали. Все молодцы такие, один я на этой траходромке выехал. Молодец, Рэй, а что сделаешь? Да, да господи ты. Уж ехать сегодня или нет? Опа, кто-то тут уже загремел, я так понимаю, да? Да. Ну, допустим. Допустим. Так, следующая гонка у меня будет на... Возьму раллийное... Что? Я же говорю, раллийное авто. Поехали. Посмотрим. Ну, естественно, естественно. Автобус только умеет. А, там еще один придурок полетел, ребят. Ну, давай ты... Да. Ну, допустим, ладно, пускай будет так. А здесь не дают мне суперкар? Нет, здесь суперкара нет. Ну, давай попробуем на баге здесь проехать. Это, конечно, не самый лучший, ребят, вариант для вот именно этих гонок. Для баги. Почему меня поставили именно с мотоциклистом и с этим разрулить эту ситуацию? Я не понимаю.
Ну что ты, твою... Иди в баню. Так, 4.26. Следующая гонка. Следующую гонку я попробую взять на ККМ-ке. Мне все равно больше ничего нету. Ну что это? Чувак там в попытках попрыгать, у него ничего не получается. Отлично. Закончено. Теперь какие-то пещеры. Я даже не знаю, на чем тут в пещерах-то в этих ехать. Давай на автобусе, что ли. На прокачанном автобусе, ребят, поехал в пещеры. Додумался взять в пещеры автобус. Молодец, ты просто гений. Сейчас шею свернет. Правильно. Самому тесно, всех убил и с собой жизнь покончил. Вот так вот. Красавчик, кто про минус. Да. Да. Видос я снимаю. Так, ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!